Николаем. О, насос. Чуть не забыл. Вот, это мой. Вот приехал брат наш, Николай Польгуев. Это первый человек, который сказал то, что я говорил всегда. Сервис, в который мы заехали, нормально работал. Вот представь, последний день 1415 или 1615 километров за день прошли. Вот это, вообще, ну, да. Никакой жалобы. Сервис, сервис, потому что там бесплатно. Ну ладно, это... загнали меня туда. Выехали оттуда в первый же день. Рекой потекло масло. И стали намертво вообще все, двигатель, все. Какой же это сервис-то? Они ждали от нас 9 тысяч за то, что там что-то на рессорах. Не дали. А, ошиблись не той графой. Ну, не той графой, посмотрели, 1500. А уже все сняли, разбросали. Ну, я говорю, согласен, 1500, пишите. А за 1500 мы ставить не будем. Ну и все. Ну, какое же это? Масло текло, текло. Масло у вас ровное. Я говорю, там лужа текла. 100 километров мы назад вернулись к вам. Налейте. Когда пошли через, дальше уже через начальство, добились, они говорят, а у нас масла нет. Ну нет масла, и у нас будто бы все на месте, это же разное понятие. Конечно, конечно. Теперь пошли заново, выписали, пришли с банкой, начальник долили, тогда все уже нет. Ну, я понял, что здесь поехал, работают нечестные люди, да, и это на Южном, в Барнауле, его надо стороной обходить. И вот они затеяли, сейчас, которые у левого заднего у нас рессоры, у заднего, это которая скоба соединяет их, она лопнула. Все. В Барнаул гнать? Как гнать? Зачем? Ну, может что-то сделать? Никак, все уже, мы уже полностью гнать. Вот ты приехал сегодня, тебя Господь послал. Все сделали здесь, а такой же хомут сделали, на старый наложили, затянули, ну, думаем, что и поедет. Ну, а что не поедет? Вот. Поедет. И теперь коснулась камеры вчера. Ужасно для меня это состояние. Камеру вставить в колесо, мы поедем в сервис. Я таким словом сказал, не христианским даже, это уже совсем мозги потерять надо. Любой мужик на дороге выставляет сам, вы что делаете? Камера пропала, я говорю, надо если завулканизировать. Раньше знакомый такие был, он работал вулканизатором. Но она может сгодиться при нужде. Никаких, только новые, ну новые купили, но старые заклейте. Никаких. Вот это меня просто... От этого в нищете и живем. Понял? Есть поговорка, говорит, старое не носить, новое не видать. Да. Вот не понимает никак. Почему Николай так говорит? Я Севастьяну сегодня позвонил. Севастьян, что так это делается-то? А он говорит, это наш сервис, такой он и есть. Ну, страна такая. Поганый. Кстати, я не знаю, кто будет пить. Посмотрите, там может градусы быть. Нет. Могут арестовать. Ну, я сейчас попробую. Вас, что ли? Вас. Ты одним классом раз она напоила, мы... На, выпей сама. Посмотрим, живая останешься, нет? Пей сама, Маша, чашу. Нет, он, это нет. Николай, сейчас проедешь, послушаешь. Николай, да. Еще хотелось бы, чтобы... Сейчас тут выпей и сразу к животу подставляй его, как у него будет. Один раз она напоила, мы Лешкой лежали втроем. Самый крепкий человек, и тот болел. Ну нельзя же так всем сразу выписку давать на туалет. Отойди от нас. Что говоришь, брат? Да говорю, хотел бы, я понимаю, все сегодня по мне. Пришла радость моих. Ну, мою полицию. Потому что он мастер. Меня край беспокоил, когда особенно нагрузили. Он мастер, он ремонтирует. Нету. Ну, пусть маленько проедет и послушает. Заключительный момент. Сейчас уберу машину. Нет, я только засечки делаю.